Стоит присмотреться к этому бойцу. Я представляю вам участников схватки. Седьмой был боец, у которого профессиональный рекорд одна победа и одно поражение. Официальный вес бойца 57 килограммов ровно. Стиль, в котором он работает, ММА. Представитель города Ростов-на-Дону, Россия. Встречайте, Руслан Мавлюдов! Красномогу боец, которому 19 лет. Его 168 сантиметров. Его официальный вес 56 килограммов 900 граммов. Его профессиональный рекорд – 2 победы. Стиль, в котором работает спортсмен ММА. Представитель города Грозный, Россия – Шамиль Ахмадов! Ну и, конечно же, Адам, стоит отметить, что ACB, лига ACB вернулась в Грозный после очень такого довольно чувствительного простоя. Очень ждали болельщики возвращения лиги именно домой. Сетовали на то, что не могут вживую посмотреть на поединки своих любимцев. И вот, наконец-то, лига ACB дает такой шанс. И в этом году, если я не ошибаюсь, еще пару турниров в Грозном Абсолют Чемпионшип Беркут проведет. Более того, эти два турнира пройдут именно в августе, 5 и 19 с двухнедельным перерывом. Один из них будет серии Young Eagles, второй уже, как говорится, турнир высшей лиги. Так что вполне возможно, сюда еще приедут и ведущие звезды этого промоушена. Я хотел бы еще отметить, что в этом зале находится второй номер рейтинга наилегчайшего веса ACB Расул Албасанов. И, наверное, он сейчас с особым интересом наблюдает за этим поединком. Вот, пожалуйста, первый тейкдаун от Руслана Мавлюдова. Да, довольно-таки грамотно, именно вот в плане своевременности, хороший тайминг у этого спортсмена. Сразу же попытка такая намечалась, закинуть треугольник, но хорошо защищается Мавлюдов. Есть у него прошлое в грэпплинге. Ахмаев работает над этим по-прежнему, не получилось. Да, вот хороший удар, добивающий такой. Слева вот и правый, еще туда же вдогонку. Позиция сайд-маунта. Да, конечно, не тушуется перед своим проспектом оппонента Мавлюдов. Никакого уважения в плане спорта, в том плане, что довольно-таки агрессивно работает Мавлюдов. Молодец, конечно, этот парень. Так, встает в стойку почти. Вот что-то тяжело, наверное, все-таки дальше провести. А вот... И вот, да, попытка гильотины со стороны Ахмаева. Насколько же он плотно взял соперника. А, возможно, вот давление на сонную артерию может не выдержать Руслан Мавлюдов. Хотя пока терпит. Очень да неприятная ситуация. Очень, да, тяжело сейчас Мавлюдову. На самом деле, потому что очень плотный захват. Хотя вот перетерпит. Показал, да, что все нормально. Показал большой палец. Вот, сдается Мавлюдов. Хотя, очень быстро заканчивается. Самый быстрый поединок этого вечера. И продолжает оставаться, ну, как я сказал, была возможность сделать еще более идеальным свой рекорд у Шамиля Ахмаева. Ему это удалось. На самом деле, только хотел сказать, что такое бывает, что боец показывает, да, я в порядке, все окей. Но буквально через мгновение все меняется, и сам он даже не понимает, как засыпает. Даже такие случаи были совсем недавно с известными нам бойцами в том числе. Трудно адекватно оценивать свое состояние в такой позиции. Я думаю, Руслан Мавлюдов не до конца именно понял, в какой опасности он находится. Хотя вот я скажу, именно вот гильотина была не под самым опасным углом. Чуть-чуть даже шея разболелась у него. Да, кстати, он делал ее и через руку. Не было такого чистого захвата, но получилось, что очень плотно. И, наверное, сыграло роль то, что очень свежий еще Ахмаев. И у него достаточно было физических сил, чтобы удержать его. А другой вопрос, если бы сейчас не получилось. Вот, пожалуйста, чеченский зомби. Мы знаем корейского зомби, который выступает в UFC. Легендарная личность, также очень любят его болельщики. У нас есть чеченский зомби. Кстати, очень хороший маркетинговый ход со стороны Ахмаева для того, чтобы запомниться
Вот как раз-таки вот таких моментов зачастую не хватает в силу своей скромности нашим ребятам. Очень быстрая была победа. Ты изначально планировал так агрессивно начать и быстро закончить поединок? Или все само собой получилось? Да, я не думал так быстро закончить. Бой само собой так закончилось. Мне только недавно сказали, что у меня бой за 2 недели. И готовился упорно. То есть ты изначально понимал, что да, скорее всего на 3 раунда тебя не хватит? Да. Поэтому был план закончить именно в 1-м раунде, досрочно. Да, вот именно. Поблагодаришь кого-нибудь, выразишь благодарность, что-нибудь в этом роде? Хочу поблагодарить своего первого тренера Мачукаева Эльдарана. И хочу сказать спасибо всему тренерскому штабу, Асламбеку Дураеву, Руслану Ларсанову и Умалту Потахову. Спасибо всем.